Медицинский автопарк региона достиг самого глобального обновления за последние 5 лет. Впервые в пользование пациентам уходит 57 единиц техники. Ключи от нового транспорта. В торжественной обстановке на Стефановской площади глава КОМИ вручил представителям нескольких муниципалитетов. Среди новеньких машин как линейные класса А и Б для оказания плановой помощи больным, так и специализированные класса С, предназначенные для интенсивной терапии. Кстати, все реанимобили останутся в столице при Центре медицины и катастроф. Парк обновляется. Программа модернизации в действии. В следующем году будет также продолжена. Еще получим дополнительное количество автомобилей. Поэтому сегодня все вопросы, которые ставились перед нами в этом году, мы выполнили. Кстати, в рамках глобальной закупки приобретено еще и 3 школьных автобуса. В этом году регион решил остановиться на газельках и УАЗах. Специалисты утверждают, небольшой размер отечественных авто позволит более беспроблемно передвигаться по дорогам. Кстати, зимнюю резину на новенькие машины уже надели. Осталось повесить номера. В эксплуатацию наши кареты войдут в новом 2020-м.